Привет, друзья! Расчет новой российской РЛС Niobe рассказал о своей работе. Радиолокационный комплекс 103G6 Niobe SV способен эффективно обнаруживать и сопровождать все типы воздушных целей, в том числе истребители пятого поколения F-22 и F-35. Впервые показана рабочая область экрана оператора РЛС. Подробно о комплексе мы уже рассказывали. Ссылка на видео в комментариях к ролику. Радиолокационная станция на мобильная трехкоординатная РЛС дежурного режима метрового диапазона длинного. Предназначен для обнаружения аэродинамических целей, определения государственной принадлежности и выдачи радиолокационной информации потребителям. Наша задача – это обеспечение безопасности пролета своей авиации и обеспечение пролетов своей беспилотной авиации. Выдаем мы все на вышестоящие командные пункты свою радиолокационную информацию. Они включают от разных источников и от станций разных диапазонов и принимают соответствующие решения. Пятый. Азимут 140, дальность 60, курсом 190. Принял, наблюдаю. Одна из основных задач ПВО – это не только поражение, уничтожение СВН противника, но и снижение эффективности их ударов. Соответственно, на командных пунктах там есть средства доведения информации о возможном применении и доводится до соответствующих инстанций. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр и помощь каналу. Мы осветим все.